Приветствую. Я хочу быть стройненькой, хоть и поесть люблю. Разберем вашу проблему на примере Тора. В первых фильмах мы хотели выглядеть как Тор, а потом Тор стал выглядеть как мы. Чтобы вы не стали грозой дверных проемов, я переместил вас на беговую дорожку. Ешьте икру с хлебом только там. Ну да, еще бегать надо. Убери ее от меня. Ох уж эти отношения. Отличная идея сделать обратный тиндер. Свайп вправо, и партнер уезжает к маме и названивает только вечером в пятницу. В вашем случае, уважаемый, давайте применим манипулятивный подход из коллекции Роберта Чалдини. Я превратил ваш iPhone в обычный смартфон. Теперь вероятность исполнения просьбы максимально высокая. А вообще, меркантилизм – отстой. Слава, добавь, пожалуйста, немного апокалипсиса, чтобы страшно до жути. Ну, знаешь, вечером в центре Петербурга бывает жутко. Особенно, когда ждешь такси, а вокруг тебя ходит Петри Первый и просит сфотографироваться. Давай добавим настоящей жути. Представь, что за тобой не Питер, а любой спальный район, любого крупного города в любое время суток. Урбанисты этого точно испугаются. Привет, исправь, чтобы на фоне не было ржавого трактора. Пусть будет море. Трактор Митя из Простоквашино уехал учиться в техникум, повзрослел и перестал заезжать на сервисное обслуживание сельхозтехники? Да, время берет свое. А, точно, ваша просьба. Как понимаю, вам хочется больше ржавых тракторов. Целое море. Желание детей – это закон. Теперь вы там. Можно типа гопников сбоку, пожалуйста? Гопники сбоку? Это название группы, что ли? Так, уважаемый, поскольку вы в лесу зимой, то добавить разбойников не получится, потому что холодно. Я стремительно перенес вас в летний период и добавил сбоку поперёку гопников Шарутского леса. Ну, у них хоть какая-то мотивация в жизни была. Сделай меня более мужественным военным. Ну и просьба. Давай для мужественного образа военного я добавлю тебе медали, ордена и аксельбанты. Кстати, вот ты даже в лице поменялся. Красавчик. И это был новый выпуск рубрики «Исправь, пожалуйста, мое фото». Ставьте направляющие, пишите слои и подписывайтесь на наш канал. Полезный совет. Протирайте лимоном смеситель ванной, тогда он заблестит. Расскажите в комментариях ваши советы по хозяйству, а то там все время цифры почему-то. Всем пока!